В этом году подготовка объектов потребительской сферы к летнему сезону началась заблаговременно. Проведен ряд конкурсных процедур, определены предприниматели-победители торгов. Но рядом с законными точками торговли нередко появляются стихийные. Глава Анапы потребовал провести контрольные мероприятия. Контроль за уличной торговлей. Сегодня, подчеркиваю, сегодня, любыми силами и средствами, Сергей Вячеславович, провести то, что ты мне заносил утром, провести ревизию. То есть выходите на улицу Гребенскую, становитесь на Крымской, поворачиваете влево и смотрите справа лимонад, открываете дислокацию, есть, ставите крестик. Дальше идете, лимонад, нет в дислокации, Чиненкову, мне докладную, Чиненкову, заседание комиссии, демонтаж. Подпольные павильоны и ларьки на демонтаж. Там, где есть документы, но выявлены недочеты, предупреждения собственнику. На первой точке осмотра по продаже кваса зафиксированы нарушения. Отсутствует книга отзывов и предложений, правила продажи отдельных видов товаров, закон о защите прав потребителей. Руководителю рекомендовано в трехдневный срок устранить допущенные нарушения. Управление торговли по истечении указанного срока проведет повторный осмотр и в случае непринятия надлежащих мер направит соответствующую информацию в контролирующие службы и будет рассматривать вопрос о расторжении договоров. Чтобы не допустить недобросовестную конкуренцию и пресечь торговлю в непредусмотренных для этого местах, сформированы мобильные группы. Они будут ежедневно патрулировать территорию курорта.